Всем привет! Вышел новый патч 1.08 на Ведьмак 3, и я вам покажу снова глич на деньги. Это тот же глич предыдущий, где мы взрывали нору в гуле. Теперь мы можем делать эту нору бесконечно и брать больше, чем один перстень, оставляя хоть какой-нибудь предмет. Для того, чтобы нам постоянно делать и взрывать нору в гуле, то нам надо, когда мы уже все оттуда собрали, нужно перепрыгнуть на локацию, нам нужна загрузка любая, либо в Набиград, либо в Велин, или на Скеллига прыгнуть, потом вернуться в Белый сад, подойти к норе, увидим, если она не взрывается, то есть как в том состоянии после того, как мы все там забрали, все предметы, отходим подальше и делаем медитацию где-то 5 раз почти на целый круг времени. После 5 медитаций подбегаем к норе, и мы видим, что опять ее можно будет взорвать и снова оттуда брать предметы. И предметы теперь можно брать не только перстень, можно камни брать, мозг, гули, антигули там. Только оставлять один предмет там. И так можно делать бесконечно. Один раз мы набрали, прыгаем снова на другую локацию, чтобы загрузка была в Новиград, там Велин. Возвращаемся снова, 5 раз медитируем и идем к норе.